Эй, здорово, народ, с вами я, Жикосто, и у нас с вами, ребята, очередное видео по открытию кейсов в Armored Warfare, проект Армата. Ну что ж, давайте мы с вами кейсики-то пооткрываем. И у нас будет 10 кейсов на сегодня. Ну что ж, поехали. Улучшенное масло, стальной жетон, общая репутация и 7500 кредитов. Нормально. Ну что ж, мы получаем со второго кейса ремонтный набор, стальной жетон командир, стальной жетон репутация и 1500 свободного опыта. Нормально. Давайте-ка откроем бронзовый контейнер, посмотрим, что из него выпадет. А нам падает большой бронзовый ускоритель репутации, улучшенное масло, бронзовый жетон общей репутации и 200 свободного опыта. Нормально. А в этот раз выпало протеиновые батончики, серебряный жетон командир, бронзовый жетон командир, стальной жетон общая репутация и 1700 свободного опыта. Нормально. Давайте-ка еще откроем. Бронзовый. В этот раз выпало улучшенное масло, бронзовый жетон кредиты, бронзовый жетон экипаж и 1200 свободного опыта. Нормально. Давайте-ка еще раз откроем. Ух ты! Что нам выпало, ребята? Огнетушитель, бронзовый жетон репутации, бронзовый жетон экипаж и 25000 кредитов. Норм. А в этот раз нам, ребята, падает улучшенное масло, бронзовый жетон репутация, бронзовый жетон кредиты, бронзовый жетон командир и 200 свободного опыта. Нормально. Так, ну что ж, давайте-ка мы откроем, ребята, с вами три контейнера серебряных, из серебряного кейса. Вот это выпало, прикольно. Средний полевой набор, серебряный жетон общей репутации, серебряный жетон общей репутации, прикольно. Бронзовый жетон кредиты и 15000 кредитов выпало, нормально. Давайте-ка откроем еще раз этот контейнер. Нифига себе! Выпало улучшенное масло, золотой жетон репутация, платиновый жетон кредиты, платиновый жетон командир и 100000 кредитов. О, вообще прекрасно. Давайте-ка еще раз откроем. Неплохо. Выпало средний набор, средний полевой набор, серебряный жетон репутации, серебряный жетон такой же, золотой командир и 37500 кредитов, нормально. Прикольно, прикольно. И вот смотрите, мы получаем вот с этих вот ящичков, блин, это всякие плюшечки, няшечки и все, что тут прилагается в этой игре. Прикольно. Итого у нас ускорителя 3, жетонов 46, зипов 26 получается, и премиум статус у нас 1. Прикольно. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк.
И если вам эта рубрика интересна, блин, по открытию кейсов, это, ну, смотрите, не стесняйтесь и все прочее. Ладненько. Всем пока, с вами был я, Жгастов. И всем удачи.